Просто удивительно, как медленно мы запрягаем, как велика сила инерции. Здесь, в гараже, находится вот такой раритет, обыкновенные счеты, инструмент, который длительное время оставался основным вычислительным средством. Об отставании нашей страны в электронике в преддверии 21 века последующие фрагменты из фильма «Третий звонок». Из года в год, изо дня в день, симпатичные, образованные люди спешат в бюро, конторы, учреждения. Они сочиняют инструкции, готовят решения, указания. Чему быть, чему не быть. И ни тени сомнений. 18 миллионов симпатичных, образованных людей. 18 миллионов. И все при деле. Святая святых. Так рождаются планы, обоснования, прогнозы. Атомные электростанции, переброска рек, бам, тонны нефти, кубометры древесины. А на пороге 21 век. Но кто-то должен бросить кульман и сесть за терминал. А кто рискнет без опыта, без знаний? Нет. Не только забавные зверушки и пляшущие человечки привлекают сюда ребят. Но и хорошее, честолюбивое желание победить, одолеть электронику. Дерзай, малыш. Дерзай. Конечно, есть много причин и у наших электронных бед. Организационных, технических. Но главное – это инерция и равнодушие. А жизнь не отложишь на потом, до лучших времен. Ну а зачем нам нужен автомобиль с компьютером, которому необходимо долго и подробно объяснять, куда ты хочешь ехать, в какую область, в какой район, на какую улицу? Правда, дальше курсор подскажет, как туда добраться, где повернуть, где сбавить скорость и насколько. Чудно. Как будто можно запрограммировать все выбоины на дорогах, ямы от колодцев, ремонтные объезды.
часы, будильник, календарь, микрокалькулятор. Еще и справочник на сотни телефонов, слов. И все в кармане, при себе. Удобно? Но обойдемся. Обойдемся ли? Конечно, электроника не панацея. Это всего лишь инструмент. Причем настолько ценный, насколько ценен человек, его хозяин. Сегодня соотношение затрат на электронику у нас и там за 3-9 земель примерно 1:100. Там 10% от стоимости национального продукта. У нас десятые доли процента. Наверное, можно согласиться с теми, кто утверждает, что электроника – основа современной цивилизации. Но повторимся. Это только инструмент. Причем настолько ценный, насколько ценен человек, его хозяин. Начало всех начал. Еще нет ничего, нет ни шага. Но есть главное – время, дорога, жизнь. Есть опыт поколений. Что мы оставим им в наследство? Все те же тысячи мучительных сомнений? Или хотя бы на одно? На пол сомнения меньше. Сколько еще белых пятен на нашей электронной карте? Что это? Рок? Судьба? Хотелось бы надеяться, нет. Но призрак вековой отсталости уже маячит.